Значит, все стороны крутятся, да? Да. Гайки тебе не мешаются? Все в порядке. Ну, вот так вот это все будет нагружаться. Сделал ее специально симметрично, что можно любой стороной ее повернуть. И нагрузка, по-моему, будет равномерная. Так, ну вот здесь мы пока шарики. Вот останется только сюда сделать какую-то цепь, чтобы она не болталась с стороны в сторону. И ну, все. Типа кольцо. А, ясно. Чтобы вот это основание не вырвало мне, качнувшись. Тем более, когда будет гриф 1,70 м. Ну, тут что-то переходное надо будет, наверное, выточить. Я думаю, вот сюда как-то прикрепить вот к этой опоре и все. То есть пока вот этот момент, он не совсем доработан, да? Ну, еще не нашел, чем это лучше будет сделать. Думал цепью, ну, может быть, цепью сделаю. А так все. Сейчас скажи, сколько общий вес, который нагружен на тележку? А, ну, 80 кг, наверное, сейчас. Ожидается, что внизу будет 80 кг по 10-килограммовыми блинами. Ну и вверху примерно столько же. Сколько ты предельно
Вообще предельная нагрузка у самой тележки какой-то с колесиками, у нее 350 килограмм, поэтому тут все только от этих деревянных элементов зависит. Я понятия не имею, сколько они выдержат. Но сколько ты планируешь сюда вообще нагрузить максимально? Наверное, 160. То есть, с учетом того, что насколько рассчитана тележка, запас прочности у тебя еще есть. Ну, ясно. Ну и вот то, что получилось, то, что было придумано Алексеем, все это было куплено в магазине. Единственное, что подогнано под конкретный дизайн. Ну и само собой, конечно же, подрезано, просверлено и собрано. Все, всем спасибо.